Сперва 6-6, 4 камня выкинул. Сейчас 4-2, 2 камня выкинул. Итого 6 камней. Все. Мам, это открытый Марс. Я пошел отсюда. 3-2. Это открытый Марс. Три, два. Ай, молодец. 5-3 вам назвали. 3 и 5. Давай, я тебе сейчас, тут все снимается. Я тебе сейчас покажу, вон она. Я тебе сейчас перемотаю пленку ты на вас. Ужас. Конечно. Всю жизнь ты меня так называла. Хотя у меня порядочная сестра. Как ты меня могла так называть? Я не знаю. Щищу-бещ. Щищ. 6-3. Вот сейчас тебе даст 4-4 минуты. 5-2. 2-5. Ага. Давай. Вот, смотри, 2-5. Вот сюда. 6-1. И, мам, тебе сейчас 3-1 должно быть. 5-4. Ну да, вышло из Марса. Из Марса вышло. 5-4. Да, я бы и не играю просто. Давай руку. Я должна играть. Да проиграла. Проиграла достойно. Давай руку. Ты проиграла? Нет. Жизни никогда. Не даешь мне руку? Нет. Да? Ты уверена? Да. Хорошо подумал? Да. Вот что значит в старой закалке, короче, люди. Они даже проигрывать не умеют. Вот реально проигрывать не умеют. Да? Мам, ты нервничаешь? Скотина. Давай, ладно, поцелуемся с тобой. Не хочу. Ну как не хочу? Ну я выиграл тебя, да говно ты кушал. Нет, скажи, выиграл. Что теперь это, что то преступление, что ли? Ты выиграл. Теперь ты не моя мама? Нет. Как нет? Нет. Как нет, Джаникас? Нет. Да если бы я знал, что так тебе это нет. Близко к сердцу ты воспримешь, нет. Я вообще с тобой не играл. Иди нахуй. Мамда, слышь, все, я с тобой больше в нарды играть не буду. Я с тобой в нарды больше играть не буду. Понятно? Не надо, нахуй. Я понял, давай, ругайся. Давай, покажи свое армянское лицо. Как ты матом ругаешься, давай. Че? А? Хуйня. Карабах и мэрна. Еще хуй терна. Я поцелую маму.